Починати будемо із повідомлень, які сьогодні, зокрема, в своєму звіті опублікував Американський інститут дослідження війни. Вони там стверджують, що росіяни зараз відступають від Бахмута і на Запорізькому напрямку. Але тут хотілося б, щоб ви детально розповіли про характер боїв, які відбуваються на цьому напрямку, тому що, зокрема, у Нацгвардії повідомили про те, що якщо мова йде про Запорізький напрямок, зокрема Мелітопольський, то там українські захисники фактично прогризають ворожу оборону, тому що весь цей рух, так, і штурм ворога, він відбувається в умовах замінованої місцевості і постійного вогневого впливу ворога. Зокрема, йдеться про 251 обстріл із РСЗВ, танків і артилерії, і це лише на добу. Без превосходства в воздухе ничего другого и не будет. Нам придется прогрызать линию обороны, так мы и делаем. Это касается и запорожского направления, особенно запорожского направления. 9 месяцев россияне там минировались, зарывались. То есть эту линию обороны надо прогрызть, вариантов других нет, только так. Ну а то, что касается бахмутского направления, я бы не сказал, что россияне отходят от Бахмута или там уходят. Мы просто сейчас двигаемся по флангам, то есть это идет борьба за фланги. А фланги в районе Бахмута, вокруг Бахмута, это высоты. Потому наше продвижение по высотам, оно создает для россиян в районе Бахмута плохую тактическую обстановку. Потому еще не сейчас, но где-то в ближайшие пару недель они будут принимать решение об либо уменьшении количества гарнизонов в Бахмуте, ну а после того, как туда зайдут достаточное количество снарядов кассетных, которые нам пообещали, они уже начинают работать, хороший показывают результат, но достаточное количество, потому, может быть, эта скорость принятия решения у россиян увеличится, и дальше они примут, допустим, с точки зрения военной правильную тактику, то есть будут либо отходить за Бахмутку, не переходить ее на западную часть. Ну а если уже глобально будет принято решение, там реальное принятие оперативного, не стратегического, оперативного решения, вообще отойти на Попаснянскую гряду. Для россиян лучшая линия обороны это по гряде от Горловки на Попасную в сторону Лисичанска. А все остальные это низины, западнее, неудобные для не обороны, ну для наступления там у них сил, средств нет, для обороны неудобные места. Потому варианта два, то есть первое, скорее всего, в ближайшее время они примут решение больше не переходить на западный край Бахмутки, ну а дальше уже будут принимать решение в зависимости от развития ситуации на других фронтах, будут принимать решение обороняться по линии Попаснянской гряды. До речі, знову буду зараз цитувати Нацгвардію, зокрема речника Руслана Музичука. Він сказав про те, що тактика випаленої землі, яку ворог застосовував якраз на Бахмутському напрямку, зараз починає грати проти нього. Що мається на увазі? Дело в том, что где-то полгода россияне раскатывали Бахмут, уничтожали его, и там негде прятаться, там негде спрятаться от обстрелов, особенно артиллерии, которая стоит на высотах, на возвышениях, высотах, на господствующих на севере и юге, там, где мы сейчас располагаемся. И они сами себе создали такую ловушку. С одной стороны, разбитый город, а с другой стороны, для нас это хороший полигон для уничтожения россиян. И прямыми ударами, ну, естественно, кассетниками, кассетными боеприпасами, это мы его используем как такой плацдарм для даже тренировки иногда некоторых бойцов, там как в тире реально. И именно эти россияне прекрасно понимают, и до такой степени они сами довели город, и теперь они в нем же и находятся. Потому будем отминусовывать их, пока у них будет желание уходить на тот свет через Бахмут, увидеть Бахмут и умереть. Тим часом на окупованому півострові зараз на полігоні вже більше добу, як детонує полігон, де знаходилися, зокрема, боєприпаси. От характер вибухів, про те, що окупаційна влада Криму говорить про те, що ситуація на військовому полігоні нібито стабілізується, але те, що він детонує вже більше доби, про який характер втрат зараз може свідчити вже? Этот полигон, он был изначально выполнен правильно, грамотно, согласно военным канонам, то есть там были обвалования, там были ячейки, было расположение боеприпасов, которое не допустило бы даже возгорания одной ячейки или уничтожения одной ячейки, не перекинулось бы на другие и не было бы таких взрывов, как мы сейчас видим. А то, что происходит, это значит, россияне на этот полигон привезли в несколько раз больше, чем этот полигон мог принять боеприпасов. То есть они превысили определенные лимиты, больше которых нельзя располагать боеприпасы на этом полигоне. Ну, естественно, наша разведка это вычислила и ударила определенными средствами поражения, скорее всего, беспилотниками. Ну, а дальше этот переполненный боеприпасами полигон, он пока весь не прогорит, не выгорит, не будут уничтожены все боеприпасы, он не успокоится. Потому воспользовались мы таким действием россиян, безалаберностью их с военной точки зрения. Но хотя они почему эти полигоны переполняют, дело в том, что наши средства поражения на линии фронта отгоняют их постоянно вглубь, то есть в тыл. Сначала «Хаймерсы» ракеты М-31 загнали их за 100 километров от линии фронта. Потом, когда появились «Шторм Шэдоу» и «Скалпы», мы их загоняем уже и за 120-150 километров фронта. Вот им приходится в районе Керчи, то есть на дальних подступах к линии фронта, за 200 с чем-то километров располагать большие склады, переполняя их боеприпасами. Ну, естественно, наша разведка, молодцы, работают, как всегда, на 5 баллов. Целеуказания, корректировка огня, дальше подтверждение. Ну и результат мы видим налицо, вот как минимум один очень большой склад отминусован, уничтожен. Такой же склад есть и в районе еще Джанкоя. Несколько складов, такого уровня складов, больше десятка есть по всей территории Крыма. Я думаю, их быстро нельзя переместить или... допустим, рассредоточить, у них это просто не получится. Я думаю, в ближайшее время мы услышим еще не один такой склад, и они могут прогорать несколько дней. То есть пока все ячейки прогорят, пока сдетонируют все боеприпасы, а там, опять же, из-за того, что были нарушены определенные меры безопасности по складированию в одном месте боеприпасов, которые нельзя вместе соединять. Там ракеты, мины, ну то есть некоторые боеприпасы вместе не хранятся. Они это нарушали, естественно, вот имеют вот такой гембель на остаток жизни. Ну, для нас это хорошо, то есть это безалаберность российская, она в конце концов нам на руку, мы будем ею пользоваться.